Драка двух слонов в Индии попала на видео. Соответствующий ролик сняли очевидцы во время фестиваля в честь праздника Пурам. Накануне несколько слонов участвовали в шествии, устроенном храмом Таракал в штате Керала. В какой-то момент одно из животных по кличке Гуру-Ваюр внезапно стало агрессивным. Сначала слон пытался скинуть наездника, а затем обратил свое раздражение на сородича по имени Путупали. Слоны начали атаковать друг друга, сталкиваясь бивнями и беспорядочно двигаясь. Запаниковавшие погонщики безрезультатно попытались разнять животных, а участники празднования бросились в рассыпную. В итоге несколько человек получили травмы.